Я помню, очнулся там уже, в больнице, около лифта тоже в коридоре очнулся. Старшего сержанта полиции Юрия Рассказова Светлана и Альберт Бариновых видят впервые. Только сейчас они лично познакомились с человеком, которому оба обязаны жизнью. 31 января, когда в их квартире вспыхнул пожар, постояльцы крепко спали. Страшно предположить, что бы случилось, не окажись водитель полицейский на месте ЧП практически в считанные минуты. Ну, я не знаю, мы спали. Немножко выпили и уснули. А дверь вы сами видите, как открывается, она немножечко дернешь, и кто зашел, не знает, кто что был. В 3 часа дня в дежурную часть отдела полиции по Калинскому району поступило сообщение, что в подъезде одного из домов по улице Сельская, микрорайоне Шакша, сильное задымление. На место происшествия незамедлительно выехали участковый уполномоченный и водитель полицейский. Участковый отправился в квартиру, из которой поступил вызов. А Юрий стал осматривать подъезд, когда почувствовал резкий запах гари из двери одной из квартир. Ни секунды не задумываясь, он выломал дверь и вывел из полыхающего дома пожилую женщину. Еще раз зашел, до середины зала почти дошел, опять не смог, не получает дышать, слишком дыма много было. Вышел там, в коридоре мужчина был, я его попросил тряпку намоченную какую-нибудь, или полотенце что-нибудь, чтобы это... дыхательные пути перекрыть, чтобы это дым не проходил. И вот 4-й раз я вот до мужчины дошел. Вот дошел до дивана, увидел, что он лежит, стал будить, а он, как сказать, я же не знал, что он ходить не может. Я взял его под руки, вот и выволок. Сам полицейский героическим свой поступок не считает. Помогать людям он мечтал еще с детства. А теперь только рад, что мечты совпадают с должностными обязанностями. Я за славу не гонюсь, за знаменами там или зачем. Просто я делаю свою работу. То, что должен был сделать любой сотрудник, я думаю, на моем месте.